лежит. Козлик что-то головой там кивает. Весь такой некрасивый. Комары ему надоедают, наверное. Сбоку еще один лает. Попробую подойти поближе. Ну, хотя кого там смотреть, некого. Пеньки он на пол уха растут. Что будет интереснее. Включусь. Нет, это вроде козочка все-таки. Блин, не видно нифига. Может, сейчас он сюда выскочит. Ну что, у этого рога еще поинтереснее. Так что... О, что-то совсем ничего не видно. Камера устала у меня. Поле вот такое огроменное. А никого нету. Вон там один козлик. С конца идет. Вернее, в конец уже. Приближение на 250. Поймать его не видно нифига уже. Ну, рога высокие. Отростков 3. Так вот хотя бы сдалека поглядеть. Так, ладно, иду дальше. Козлик, не знаю, вот этот, которого снимал, или меня почуял, хотя ветер вроде маленько боковой дует, или по своим делам куда-то он подался. Вот сбоку рога разные по высоте смотрятся. Что вроде, в общем, он там за кустиком. Козлик этот от меня выскочил. Похоже, что он. Да, вот он, красавец. Эх, в прошлом году были рога красивее, более симметрично. Так, ну что, хорошо, а? Козочка ходит. Вроде бы одна. Козочки нас не интересуют. У нас другой интерес.
Пусть ходит. Ходочка идет, вся нога вроде в крови. Мне еще одна идет. Интересно. Возможно, жертва собак, которые бегали, не состоявшаяся. То, что кушает, это хорошо. С другого по боку поглядеть, что там на ноге. А у нее вот задница, шерсть сверху выглядит некрасиво. Не пойму, что рога, но козлище по размерам здоровенные. Начал линьку. Клочками он, шерсть на нем висит. Стоит как бревно. И рога тоже смотрятся как твердые, уже либо наполовину очищены. Далеко. Но, блин, вот эта машина, здоровый, здоровый. Самый крупный за сегодня. Слева еще козел один ходит. А мне его из-за кустов сейчас не видно. На улице жара, все размывается сейчас. Вот очередной козлик. У этого видно, что они прям лохматые-лохматые. Вот так вот выглядит. Тоже ничто смотрится, но предыдущий гораздо крупнее.
спрятался по-тихому. Пока ходил там по своим делам, занимался, этот козлик уже лег отдыхать. Сейчас меня он глазом подмигивается, типа увидел, говорит. Так, ладно, раз он меня уже увидел, я его увидел. Бесполезно пытаться спрятаться.